да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Замуровали. Замуровали, демоны. Еда! Как я по тебе скучал! Ты только посмотри, как я исхудал! Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Где моя котлета? Ты где оставил ее? Царь трапезничать желает! Дыгы-дычу на всю, и соседи не спят. Кто живет там внизу, вы терпите меня. Ведь планирую скакать, как конь до утра. Это юность моя, это юность моя. Здрасте. Здрасте. Что это вы здесь делаете? Помочь хотел. Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Вот было нет, чуланчика нет, щелки нет, ноги нет. Дыгы-дычу на всю, и соседи не спят. Кто живет там внизу, вы терпите меня. Ведь планирую скакать, как конь до утра. Это юность моя, это юность моя. Скучновато. Скучно. Че, может, попивасику? Вот повезло мне, не дурак я родился. Дал Бог ума, что там. Прям не нарадуюсь на ум на свой насос. Да, много в башке мозгов. Иной раз даже в ухе боюсь ковырнуть, мозг задеть. Посмотри, какой ребенок, это ангел просто. Как с ним можно ссориться, скажи. Он со мной ссорится. Мне вот интересно, у всех такие гиперактивные дети? Или только у меня?